На венгерско-сербской границе, в районе пограничного перехода Хоргош-Рске, где продолжаются столкновения мигрантов и венгерской полиции, работает корреспондент Евроньюз Даниэль Бозик. Вот что он передает. Группе беженцев удалось сломать ворота, но за воротами их встретили полицейские. За линией стражи порядка находился спецавтомобиль с водометом. Где-то 40-50 мигрантов начали забрасывать полицейских камнями, палками и пластиковыми бутылками. Полиция применила перцовый спрей. Через некоторое время перешла на более сильный слезоточивый газ. Баллоны с этим газом полетели в толпу людей. Активность нелегалов после этого пошла на спад. Они отошли от забора. В толчье досталось всем, в том числе журналистам и сербским полицейским.